Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Технобар Плюс. Сегодня у нас очень интересный тест на скорость заряда аккумулятора в смартфоне Vivo V27e. В качестве секундомера будет выступать у нас Vivo V27. Я его уже подготовил. Тоже, кстати, неплохой аппарат. Друзья, заряжать мы будем стандартным кабелем, который шел в комплекте с нашим смартфоном, и зарядным устройством на 80 Вт, которое шло также в комплекте. Сейчас я подключу смартфон, сразу же вам покажу, друзья, что смартфон разряжен в ноль. И хочу сказать, что, напомнить, вернее, что Vivo V27e у нас идет на процессоре Helio G99 от компании MediaTek. Зарядное устройство 80 Вт в комплекте, аккумулятор 4600 мАч. Замеры будем производить за первые 15 минут, 30 минут, 45 минут, час и так далее, если он, конечно, до этого времени не зарядится. Итак, давайте будем начинать. Друзья, ну вот и подключил я наш смартфон, запустил таймер, собственно говоря. Я надеюсь, все-таки делаю ставку на то, что наш смартфон Vivo V27e зарядится все-таки до часа. 80 Вт зарядное устройство, это вам все-таки, друзья, не шутки. Ну вот сейчас я вставил, вроде бы как смартфон должен какие-то знаки показывать о том, что он заряжается, но пока ничего, друзья. Зарядное устройство включено, да, вот все-таки пошла вот эта молния, это говорит о том, что он начал заряжаться. Давайте будем следить. Итак, друзья, вот и прошли первые 15 минут, давайте посмотрим, насколько зарядился Vivo V27e. На 41%, друзья, это достаточно немало, хочу вам сказать, за 15 минут на 41%. Посмотрим, что же будет дальше. Итак, друзья, давайте посмотрим, насколько Vivo V27 зарядился за 45 минут. Друзья, на 95%, практически 100% за 45 минут. Довольно-таки неплохо. 95% тоже результат. Смотрим дальше. Итак, друзья, ну вот и зарядился наш Vivo V27e на 100% за 53 минуты 34 секунды. Напомню, за 15 минут первый смартфон заряжается на 41%, за 30 минут на 71%, за 45 минут на 95% и на 100% смартфон зарядился за 53 минуты. Довольно-таки неплохой результат, но хочу сказать, что давайте учтем, что аккумулятор здесь 4600, это не так уж и много, друзья. И тем не менее смартфон заряжается вот таким вот образом. Vivo V27e с Helio G99 на борту, зарядным устройством в комплекте 80 Вт и аккумулятором на 4600 мАч. Подписываемся на канал Технобар Плюс, увидите больше тестов и очень много интересного. Я желаю всем удачи, всех обнял.